Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике я расскажу вам про еще один интересный проект, который сейчас находится на стадии ICO, а именно проект AsHook. И давайте разбираться, в чем же его особенности. Но пока скажу несколько технических деталей. Так вот, у них сейчас проходит ICO, которое продлится еще 65 дней. Ну и также скажу, что они уже продали 6 337 000 токенов, ну а всего у них 72 миллиона токенов, общая эмиссия. Также вы можете скачать данное приложение на, допустим, App Store, либо на Google Play, смотря какой у вас мобильный телефон, на какой платформе. Ну что ж, давайте разбираться, в чем же суть как раз таки данного проекта. Суть это в том, что это перенос на блокчейн, по сути, книжек и знаний. То есть это, соответственно, то, что всегда нам нужно. Понятное дело, что люди всегда читали, читают и будут читать книжки. И понятное дело, что, в принципе, за этим будущее и за этим развитие. То есть, когда мы читаем, мы образовываемся, мы узнаем что-то новое, мы расширяем свой словарный запас, и, в принципе, мы получаем те знания, которые уже есть у людей из прошлого. Именно поэтому это, безусловно, нужно, но блокчейн-технология поможет сделать это, во-первых, более прозрачным, во-вторых, более быстрым, ну и также, естественно, что это позволит нам обмениваться знаниями в режиме онлайн. Ну что ж, есть roadmap данного проекта, уже закончилась, в общем-то, та стадия, где была разработка, соответственно, под Android и под iOS социальных различных приложений, это уже все сделано, и дальше мы находимся на разработке, соответственно, уже интеграции и, соответственно, первого этапа токен сейла и, собственно говоря, тоже запуска платформы. Ну что ж, дальше тоже данная платформа будет еще больше развиваться и произойдет интеграция с Apple Music, и тоже, соответственно, я это считаю большим плюсом, произойдет уже полноценный релиз на Android версии 8.0, а далее AsHook выйдет на Apple TV, что тоже я считаю большим плюсом, но потом уже в конце 2019 года, соответственно, будет уже поддержка музыки, подкастов и радиоконтента, что тоже я считаю, конечно же, очень большим плюсом. Ну что ж, этого проекта, конечно же, есть white paper, тоже можете его почитать, там все рассказано еще более детально. Ну что ж, теперь про, соответственно, токен сейл. Так вот, на главный токен сейл выделяется 57%, заблокировано будет на кошельке AsHook 36%, ну а далее уже идут мелкие проценты, допустим, адвайзерам 3,5%, на vendor payments 3% и на маркетинг 0,5%. Ну что ж, и здесь мы видим, что, соответственно, очень много сейчас существует различных книжек, естественно, что все они будут в будущем принесены на AsHook. Да, ну и мы тоже видим, соответственно, как происходит аллокация токенов. Ну, это уже, наверное, такие детали, которые обычному инвестору не особо нужны. Ну и понятное дело, что здесь указаны бонусы. Чем раньше вы покупаете, тем больше бонусов вы получите. Но это, в принципе, делается на любом ICO. Вот, ну и тоже что скажу, что сейчас такая цена, что за один эфир вы купите 1000 токенов, но минимально вы должны заплатить не меньше 0,1 вернее эфира, либо 0,1 биткоина, и цена сейчас за один биткоин 36 тысяч данных токенов. Также можно купить и в биткоин кэш, цена 3000 токенов за один биткоин кэш, и минимально тоже 0,1 биткоин кэш. А также можно за лайткоин купить, цена это 1 лайткоин 500 AsHook. И если вы покупаете за Ripple, то цена будет 1:1 и минимально 25 Ripple, то есть примерно $25 минимально вы должны будете заплатить, если хотите участвовать в ICO данного проекта. Ну и также видим, что уже вышло много всего хорошего, то есть уже разработаны, допустим, платформы для Apple Pay и Google Wallet, соответственно, есть приложения, которыми удобно пользоваться, и естественно, что есть еще и много других преимуществ, которые, как вы сами видели из роудмапа, тоже скоро будут реализованы. Также можете знакомиться с командой данного проекта, которые разрабатывали AsHook. Есть тоже техническая команда, которая разрабатывала именно сам сайт, сам проект, то есть отвечала за уже больше именно такие технические как раз такие моменты. В общем, проект довольно интересный, лично мне он понравился, так что если вас он интересует, то можете тоже поучаствовать в его ICO. Тогда спасибо всем за просмотр данного видео и всем пока.